Коли дорого, але вельми хочется. У суде городского поселка Октябрьский сегодня отбылся разгляд справы об крадяжи товару с крамы по улице Советской. С прилавка зник элитный французский сыр. Упаковку с-под яго со штрих-кодом знайшли у соседнем отделе. Камера видеоназирания объекта гандлевой сетки заховала момент, як товар с прилавка до себе у сумку кладе жанчына. В ходе проведения проверки сотрудниками РОВД были исследованы видеозаписи камер видеонаблюдения, имеющихся на торговом объекте, и была установлена личность гражданки, причастной к совершению хищения. Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает виновность Луцкович в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 10.5 КУАП Республики Беларусь, установленной и доказанной. Подвергнуть административному взысканию в виде штрафов доход государства в размере 7 базовых величин на сумму 171 рубль 50 копеек. Адзначым, ранее жанчына прыцягвалася до адміністрацыйнай адказнасці по некалькіх артыкулах. У апошні раз 25 верасня гэтага года яе таксама прысудзілі до штрафу за дробны крадзеж.